Проверки не должны препятствовать развитию бизнеса и экономики страны в целом. Об этом сегодня заявил председатель комитета госконтроля во время рабочей поездки в Брестскую область. Леонид Анфимов посетил сыродельный комбинат «Березы», а также предприятие, которое производит керамическую плитку. 85% продукции завода идет на экспорт, в том числе в Россию, Польшу, Румынию и страны СНГ. Первую партию керамогранита планируется поставить и в африканское государство Мозамбик. Глава ведомства встретился с коллективом предприятия и подчеркнул, что работа проверяющих органов будет откорректирована. Рабочая группа создана в целях мониторинга действующей системы контрольно-надзорной деятельности в Республике Беларусь и устранения ненужных наносных таких проявлений со стороны контролирующих надзорных органов, которые действительно мешают работать в целом экономике Республики Беларусь. Ну, конечно же, любая проверка – это дополнительная нагрузка на наших работников. Необходимо собрать множество дополнительной информации, предоставить. Это отвлечение от основной работы. И проверки должны быть, но не в том количестве, как на сегодняшний день они есть. На керамическом заводе работают под заказ, а не на склад. Постоянно наращивают объемы производства, модернизируют цеха. Мощности позволяют выпускать более 10 миллионов квадратных метров плитки в год. Уже в апреле здесь установят дополнительную линию по изготовлению керамогранита.